Подъемную платформу установили на лестнице, ведущей к центральной набережной курорта. За день здесь проходят сотни людей. Теперь это место доступно еще и для маломобильных групп населения. Автоматическая платформа проста в применении, 4 кнопки и несложная инструкция. Любой человек подъезжает, нажимает на пульт, открывает подъемную платформу, садится в нее, доезжает до точки назначения, также выходит, закрывает ее. Помимо простоты в применении, датский аппарат еще и надежен. Устройство, работающее от электричества, защищено от вандалов металлическим каркасом. Но самое главное, конечно, безопасность. Это достоинство подъемной платформы оценили первыми туристы. Очень удобно с коляской. Это, ну, очень тяжело по ступенькам. Представьте, два раза мы ходим на море. К слову, по созданию безбарьерной среды на курорте проведена огромная работа. Требованию доступности отвечают 1440 объектов. Развивать мы, конечно, и будем дальше безбарьерную среду. Это жизненно необходимая отрасль развития нашего города-курорта. Вот. В этом же сделана большая, огромная работа проделана. Ну и дальше, конечно, останавливаться никто не намерен. Сегодня к этой работе привлекают предпринимателей. Появление этого аппарата на центральной набережной – результат совместной работы городской администрации и социально ответственных бизнесменов. Инга Габиша, телекомпания ФКТ.